эту грусть, иначе все собаки под хвост. Отношения между супругами строятся, крепнут с годами, либо громко рушатся. Да убоится жена мужа, говорит заповедь, но все по-иному, на востоке, на западе. Не нарушай заповедь, вывод прост, иначе все собаки под хвост. Семейная жизнь не на самом деле прост. Муж поездит, жена лошадка, не вопрос. Жена несет вперед, муж вожжами управляет, держит крепко, не ослабляет, не отпускает. Если вожжи выскочили из рук, что бывает? Закидываются через голову, ноги припутают. Лошадка со всей скоростью кувырком пикирует вниз, ломают себе и наезднику шею, и жизнь уже не жизнь. Режим вожжи, вывод прост, иначе все собаке под хвост. Вывод прост, иначе все собаки под хвост.